Здравия желаю. Спросили, с кем, как лампочка горит тот. То, что перед этим показывал. Сейчас нарисуем. Так. Вот, значит, АКБ. 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 Вот выпрямитель. Так, выпрямитель, значит. 24 вольта. 24 вольта. Так. Три 75 ампера. Ампера. 3,75 ампера. АКБ 12 вольт. То есть заряжаем не 12 вольт, а 24-ми. Заряжаем, значит, я уже показывал эту зарядку через как бы сеть. Вот сеть. Счетчик. 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 Значит, ток вот так идет со счетчика. Так. С фазы. На упрямитель. Вот фаза. Так. И также обратно идет. Вот сюда идет. И отсюда же с упрямителя, так как он имеет тоже нагрев, тепловой нагрев. Значит, обратно идет. Только они встречаются. Вот встреча, значит, разность потенциалов идет. Сила вот этого, значит, должна быть ровно, равна вот этой силе. А дальше то же самое здесь. Значит, сюда приходит в АКБ. И обратно с АКБ также идет. Ну, то есть они вот встречаются где-то. Вот в начале там. Сила равная у их. То есть сколько сюда отдал, столько назад она отдает. И вот ток вот он гуляет туда-сюда вот так по кругу. И в это время идет зарядка. Счетчик-то стоит. Идет зарядка. То есть ток-то гуляет вот туда-сюда. Эта энергия отдается сюда, эта энергия сюда. Если здесь будет энергии чуть больше, значит, сюда будет больше отдаваться, счетчик будет крутиться. Понимаете? Если наоборот, здесь будет меньше, здесь больше, тоже будет встречаться, и будет здесь вот разных потенциалов у них, то есть сжигаться будет в этом месте энергия. Получается, что просто оно не... Ну, я объяснял уже тут. Вот она. Это горение идет. Горение. Электрический ток – это горение. То же самое, что в печке. То есть горение должно быть равномерное. Сколько отдал, столько и взял. И тогда, значит, энергия не тратится. Ты ее... Тратится чуть-чуть. Значит, когда, значит... Подали сразу, она бах, чтобы запитать вот этот вот выпрямитель. Тут еще стоит выпрямитель и кондер, конечно, там стоит, как положено, который тоже компенсирует частично. В итоге где-то, я сегодня мерил, вот по этой системе где-то 10 ватт всего. Ну это хватает, чтобы зарядить, потому что АКБ старая у меня. За 3 часа зарядил, вот. Работает вот сейчас. Светло. Как видите, работает лампочка вот. На потолке вот она. Так светится, как я показывал. Ну вот такая схема.
Если будут вопросы, задавайте.